Ученики начального и среднего уровня подготовки посещают занятия по карате в спортивной школе Московского центра боевых искусств Москомспорта. В большом зале собрались мальчики и девочки, у всех разные пояса, от белого до синего. Благодаря совместной тренировке более опытные ребята могут продемонстрировать свои навыки новичкам, а начинающие спортсмены с особым рвением начнут изучать технику. Занятие началось с разминки. Она помогает спортсменам равномерно разогревать и подготавливать свое тело к физическим нагрузкам. Затем ребята отработали техники ударов руками и ногами. По команде тренера юные спортсмены делали резкие выпады вперед, сопровождая их громкими возгласами.